Наконец-то собрался наш туринг, гревел, шоссер, я не знаю, гибрид, как это назвать. В общем, что мы здесь имеем? Мы здесь имеем 14,8, то есть меньше 15 килограммов живого веса со всеми крыльями и багажниками. Самая прочная, самая здоровая, самая усиленная рама. Вилка у нас здесь хромоль, производитель Сурли, рулевая Прома. Втулки у нас Новотек Прома, дисковая механика Текра Арис, самая такая нормальная из бюджетных, лучше чем Шимана, по крайней мере. Трансмиссия у нас здесь сзади Альтус, впереди просто XTR, самый бюджетный стоит. Микро эти шифты, переключатели, здесь двоечка впереди, сзади семерочка. Руль необычный, интересный, туринговый, такой расширенный. Вынос у нас Кона, правда тут с резьбами не очень хорошо, поэтому на винтиках все. То есть вот эта вот бюджетная запчасть, возможно, ее под ваш рост надо менять, потому что ростовка у всех разная, но держится все хорошо. Резьбы я проточил, но на всякий случай гаечки закрутил дополнительные. Обмотку я дам любую, какую хотите, там любого цвета, но, скорее всего, черную вы захотите. На передний переключатель есть барашек дополнительный, полноразмерные крылья, передний багажник для чего-то такого легкого типа спальника. Задний багажник выдерживает вес там, больше 100 кг, но динамической нагрузки, конечно, так много нельзя на него нагружать, иначе просто винты все срежут. Сидушка такая шоссейная, новая. Вот единственное, что подседельный штырь не крашеный, можно его потом или покрасить, или термоусадку надеть под ваш рост. Из бэушного здесь стоят педальки, педальки хорошие, классные, все нормально. И шатуны шимановские, алюминиевые, здесь впереди стоит тройник, а переключатель у нас только на две скорости, но переключатель 4 положения, и он все 4 положения отрабатывает. Задняя втулка тоже Прома, под кассету, кассета на 7, модные колпачки. Обод задний пистонированный, передний не пистонированный. Оба обода идентичны одного производителя, это у нас Weyman. То есть все очень прочно. Резина необычная, она такая, ну резина новая, просто она немножко пыльная. Значит, это у нас и по асфальту будет хорошо ехать, и по грунтам будет хороший зацеп. Ну, каретка, конечно, промах. Что тут еще такого рассказать? В общем, все хорошо. То есть необычный велосипед, и самое главное, что он получился целиком в сборе, меньше 15 килограммов. И при этом рама очень прочная, очень усиленная. Если есть желание, можно купить за недорого.